такие герои. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою жизнь. Сегодня открытие чемпионата Севастополя по дворовому футболу. Хуй себе! О, такой! Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Да ладно. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Да не бомбит у меня. Ты чё орёшь? А чё они говорят, что у меня бомбит, но у меня нет бомбит, нет бомбит у меня. На первый, второй. Рассчитайсь. Первый, второй. Расчет окончен. Как окончен? Вы же сами сказали, товарищ прапорщик. На первый, второй рассчитайсь. Первый, второй. Расчет окончен. Так, я тебя узнал, рядовой Суханов. Ты кто? Рядовой Суханов, товарищ прапорщик. Правильно. Суханов, вы слишком много себя ведете. Ты что тут? Самый умный, а? Я? Ну не я же. Че ты на меня лицо свое вытаращил? Убери его в строй обратно. Я же скомандовал. На первый, второй рассчитайсь. Значит, нужно рассчитаться на первый и второй. То есть каждый должен назвать свой номер. Ясно? Для особо тупых могу повторить. Ясно? Так точно, товарищ командир. Будённый тебе командир, а я для тебя прапорщик. И я сказал, на первый, второй рассчитайсь. Первый, второй, третий. Какой ты третий? Третьего не дано! Да вы же сами сказали, назвать свой номер. Первый, второй. Я третий? Отставить. Я тут ведем занятия, а он тут юмором смеетесь, да? Товарищ прапорщик, вы... Молчать! Я бойцы в институтах арифметику не изучал. Но до двух я вас считать научу. Вы первый, вы второй. Вы, Суханов, должны сказать первый, чтобы я вам 20 раз, как пингвину в Африке, не повторял. Понятно? Понятно, товарищ прапорщик. Я первый. Отделение. На первый, второй. Рассчитайсь. Первый. Первый. Второй. Вам что? В детстве медведь на задницу наступил? Шутки шутить? Юмором смеяться здесь меня устроили, а? Вы же сами сказали, что я первый, товарищ прапорщик. Да, я сказал, ты первый. Ты первый. Первый. Но ты второй первый, а он первый первый. Потому что когда он первый, то он первый первый. А ты после него второй первый. Но он-то второй первый. Черт возьми, я с вами тут совсем уже запутался! Скоро совсем дебилом стану, как раньше! Ну зачем вы так, товарищ? Молчать! Когда старший по званию думать пытается не влезать, я вам уже надоел объяснять. Первый, второй, первый. И так далее. Сынок, просто скажи слово «первый» после второго, и все. Как бы сразу и сказали. На первый, второй. Рассчитайся. Первый, второй, первый. И так далее.